Очередь к прилавку у торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Здесь кита, зубатка, палтус, слабосоленая и холодного копчения. Ну и, конечно, царица морей – чевыча. Чевыча любила. И белорыбица. Что выбрали? Чевычу да белорыбицу. Чевычу и икру. А почему чевычу? Ну, я пробовала, как мне понравилось. Купил белорыбицы кусочек и чевычу кусочек для пробы. Я чевычу в холодном копчении. А почему ее? Я уже беру ее третий раз, нравится. Также в ассортименте ярмарки печень трески. И камчатский деликатес – икра горбуши и чевычи. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ, говорят специалисты. Известный факт, что красная икра является источником легкоусвояемых белков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Икра чавыча очень вкусная, замечательная, с маслицем, с хлебушком, прям великолепная. Они в тот раз приезжали, мне понравилось, я хочу еще взять. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК по адресу улица Радищева, 1/80. Выставка-ярмарка работает с 14 по 19 марта, ежедневно, с 9 до 18:00.